Ив Монтана, который поет. Песню, которую написала Анна Юрьевна. То есть были великие люди, которые не сказали, как Де Голь. Нет. О, и партизан, увезет ты сам обознамы. Думали не мигко, это хамер принесан, это лапы. Она, наверное, здесь свистела. Давай русский вариант свой. Теперь свадьба. Русский вариант все. Так, мы только начнем первую двух фразу, а потом подхватываем. Как спектакль. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. А идем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отдаем злую силу. Уж ветер свободы зацепит и нашу могилу. Пойдем мы туда и разложим до конца вражеские дети. Пусть знаю, как много за правду нас легло наши дети. Чего? Больше нет. Ну правильно, да. Ну папа повторяет. Тебе ходит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. И отряд удаляется. И уходит в лес. Дело партизанское. И вы ударяетесь от нас. Дорогие наши гости. Спасибо огромное. Спасибо вам за ваши сердца, за терпение. Спасибо. Вероника, я не могу называть обоих. Спасибо, мы все говорим, за ваш талант, за ваш талант сердца, за ваши души. И когда вы пели вот это «Le feu mort», вы знаете, что сначала как будто ваш портрет, но пусть он никогда не сбудется, пусть вот эти следы на песке, пусть они всегда остаются. Спасибо. И те самые следы, которые вы здесь оставили в библиотеке номер 27 имени Максимилиана Волошина напротив Новодевичьих прудов. И мы всегда вас будем ждать. И еще. Вот, друзья мои, мы вот здесь сидящие в зале, давайте сделаем так, чтобы Переверзевы здесь действительно показали свой спектакль с гитарой, там, с кем, что... С партнером, французским другом. С вашим партнером. Мы будем рады. Если кто-то из нас посодействует, вот здесь у нас есть такие люди, потому что никто не знает. Вдруг вот как-то так повернется, что мы вам сможем помочь. Да, будем думать вместе. Будем вместе. Во всяком случае, вы в нашем лице, вот все, кто здесь нет, а самое главное, нет нашего президента Луизы Петровны Савинской. Но она знает о вас, она знает об этом вечере. Она просила передать самые-самые пожелания. У нас здесь очень многих сегодня нет. И Таня, может быть, и Марины. Но
мы ваши друзья. Мы очень мы ваши друзья. Да. Спасибо. Вот. Спасибо еще раз. Денис, как с вами прощаться? Такого еще я не спрашивала. Не прощаемся, как-то мы пообщаемся. Не прощаемся, да, мы не прощаемся, а говорим. Анатолий прекрасный гид. Говорим, до свидания. Адрес. А вы тоже зарегистрируйтесь. Хорошо, обязательно. Адрес есть, я сниму, оставьте. Да. Спасибо. Вы настолько похожи, вы, наверное, ее знаете, Роза Ивановна Макарбонова. Да. Так вы вам никогда не говорили? Да. Очень похожи, потрясающе. Спасибо, я ее очень люблю. А мы 20 лет последние вот ее жизни, мы после замечательный человек. И она меня привела к нашему отцу. Поэтому я так рада. Спасибо. Спасибо, я вам приготовила случай. Я выиграл самое лучшее и все. Мы все так далеко. Ой, а это мои избранные, мои произведения за 10 лет работы. Это последний из романсов. Может быть, вот вы остался со мной совсем. Твой телефон не оставили? Как мне вам позвонить? Автограф. Я пришел? Мы вам покажем сейчас, где и подарим, где она, и внизу просто мы когда-то и послали наши фотографии, она взяла разделила. Я написала, что Леонна Барли, вверху она. Это вот с нашего вечера, 90-летия, Федерации Механизм в Париже. И вот вам маленький презент. Да, да, конечно. А что не говорила Мария? А, да, 1 числа. 1 числа. Да, позвоню. Я с собой находился, потом Вот это вот ее портрет, который вы ее рисуете. Это да, это в общем-то французский поэт по ее басне. Французский поэт. А, басня. Она же мне прислала это видео. Вот там басня. Ага, вот она сидит. Вот то, чего я. Слушай, а я все прятала. Потерял. Где? Где? Она вас сидит. Да, она вот французская преподавательница читает ее бас. Да, я видела. Ой, замечательно. Как она хорошо читала. Вот министр культуры Франции держит россиян. Надо, я же вам сказала, надо. А это музыкант. Барова, это ее двоюродная сестра. А вот Маша, Марьяна, это Марьяна, покажи мне. Это вот же на весь французский поэт. Вот это Марьяна. Я не уважаю. Она уже старенькая. Вероника, да. Вот здесь у нас Надя из французского отдела.
когда она будет делать материал. У меня тоже, кстати, муж актер. Вот. И интервью там где-нибудь в уголочке. А зал какой? А вот мои ванны даже.